Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить тефтели в красном соусе по-афгански. Для приготовления нам потребуется одна луковица, у меня здесь большая, или две средние луковицы, 4-5 зубчиков чеснока, небольшой пучок кинзы, полкилограмма говяжьего фарша, одно яйцо, пол чайной ложки, здесь вот у меня перчик чили, такими флейксами, кусочками, чайная ложка черного перца, это чайная ложка кориандра, пудры, чайная ложка пудры тимерика или куркумы, пару столовых ложек томатной пасты, растительное масло. Итак, начнем с приготовления фарша. Я отправляю наш фарш в миску. Добавляю к нему, я вот нарубила лук, сейчас я покажу, достаточно мелко, вот так. Половину лука я отправляю в фарш. Сюда же половину чеснока. Яйцо. Зелень кинзы. Листочки. Веточки я убрала. Вот здесь только одни листики. Перчик чили. Здесь пол чайной ложки у меня. Половину чайной ложки черного перца. Соль кладем по вкусу. Положу тоже где-то чуть больше половины чайной ложки соли. Половину чайной ложки кориандра в порошке у меня здесь. Вот так. И половину чайной ложки куркумы или тимерика. Теперь все тщательно перемешаем, вымесим хорошо. Вот так. Итак, фарш я вымесила, я его оставляю в сторону. Сейчас мы займемся соусом. Я разогреваю сковороду на газовой горелке. Как только она разогреется, мы будем добавлять масло и начинать делать соус. Так, сковорода разогрелась, я кладу, выливаю, примерно столовую ложку масла растительного. Вот здесь у меня кукурузное, можете использовать оливковое масло. Нужно также дать немножко маслу согреться. Итак, масло согрелось. Начинаю с того, что я высыпаю вторую половину лука сюда, в сковороду. И начинаем его обжаривать. Итак, наш лук стал прозрачным, подрумянился. Я добавляю к нему остаток чеснока, черного перца, также немножко кориандра, это 3 чайной ложки, так, столько же куркумы, тимерика. Солим по вкусу. Перемешиваем.
обжариваем буквально с минуту. Так, минута прошла. Все еще раз хорошо обжарилось. Теперь я добавляю 2 сверху столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваю. И вливаю одну чашку, вот здесь у меня, видите, one cup, одну чашку воды. Вы можете использовать, например, томатный соус или рубленые томаты, если вам нравится, или же так, как я, томатную пасту и воду. Вот так. Теперь даем. И так даем нашему соусу пару минут прокипеть. Вот так. Итак, соус наш прокипел. Теперь мы формуем такие небольшого размера тефтели, meatballs, и отправляем их в соус. Вот такие. Вот так я положила все наши тефтели, наши meatballs в соус. Теперь я накрываю и будем тушить в течение где-то 40 минут. Итак, наши кофта чалав, наши тефтели по-афгански готовы. Они называются кофта чалав, потому что чалав – это по-афгански рис. Они подаются обычно с рисом басмати. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!